Так, ну что, сгоняем, удивим англичан. Я думаю, 18 тонн сыра. Погнали. Кретин сюда ружье положил, а? Поворачиваемость еще осваивать надо здесь. Сцепились. Странно, почему мне не отображаются инфа о заработках компании. Почему-то очень странно. Так, я что? Это мой псевдоним. Куда? Ну, так, сыр в рисе. Фрэнк в рисе. Отдыхает? Сливы везет, отдыхает на моем Коронадо бывшем. Средняя прибыль в день минус 204 евро в день. Он убыточен. Ну вот этот прибылен, молодец. Вот Филипп нормальный. А
вот Фрэнк чё-то как-то ненормальный. У него вроде бы эко-вождение, и срочные заказы, и дальние перевозки, а чё-то как-то он уважает. Вот этот вот прибыль приносит, да. На 80 тысяч пока. Посмотрим, что будет дальше. Погнали пока. Я помню в ЕТС... один раз прицепил к Зилку, к 130-му, вроде не к 131-му, а к 130-му. Длиннющий такой прицеп с цистерной, гаражными частями. И, короче, он там застрял где-то на северной дороге стандартной карты. Застрял, причем капитально вообще. Вытаскивал его мазуриком. Тем, который транспортировщик ядерного топлива. Ну, или совоз, как совместительство. Так, погнали потихонечку. Как это выглядит? Выглядит это, конечно, страшновато. Хотя, значит, здесь движок не стоковый. По этой причине, даже с нестоковым движком, поехали. Хватит играться, поехали. Собственно, ЕТС это и есть игрушка. Она для того и нужна, чтобы играться. Звук, конечно, жесткий. Привыкать, конечно, нужно еще к рулевому. Свет, хорошо. Чё-то как-то еле тащит. Может, движок пока еще не раскрутился? На оборотах как-то мало. Взлетаем! Вот здесь, кстати, 60. И там кто-то на встречке едет. Тормоза капец. Как будто их и нет прямо. Теплее. Уже 17 градусов по Цельсию.
вообще зеркало не вижу. Твою мать, я не из того ряда иду. Поворот не рассчитал, ну ладно, не страшно. Значится в Амстердам. Подъемчик, ты не сильный. До Амстера, наверное, и пойдем 60 км/ч. Ну вот, сбылась мечта идиота. Покатался на зелке. Я так полагаю, там есть две красные лампочки. Я так полагаю, я узнаю о их назначении только тогда, когда уже не будет никакого спасения.
когда будет уже поздно. Это красная лампочка слева. Поменяйте автомобиль. Справа. Идите учить уроки. Ладно. Там вон тучка какая-то не очень хорошая. Просто я к чему говорю? У этого зёка дворника не чистят стекло. Это в предыдущей серии баг такой выяснился. Вот. Сколько мне до отдыха? 8 часов? Опа. 8 часов до отдыха. Короче, где-то в 2 часа нужно будет прерваться. Так, вот здесь поворот очень интересный. Еще на встречку кто-то прет. Я не вижу левого зеркала, соответственно, я не знаю габариты, что-то не очень хорошо чувствую. Так, значит, карта говорит, что через 20 часов только получится добраться до местного значения. Ага, у меня через 8 перерыв. Страшно здесь разгоняться больше 60, потому что так гремит движок, это просто сдец. Так, ну вот, у нас утро. С добрым утром. Кажется, дорога смерти. Там тоже красным по бокам. Ну, кстати, я в МП не гоню. Чё-то мне там не нравится. Дебилов много. Больше, чем в России. Хотя куда больше, казалось бы, да? Я засмотрелся на электростанцию, поэтому заехал на обочину. Так, тут ограничение 80. Просыпайся, просыпайся. Гасит там развязочка. И мне свернуть надо. Твою мать. Аварийка. Что-то есть в этом зелененьком огоньке ночью, он, правда, как не очень хорошо смотрится, а вот сейчас в дневном освещении. Неплохо, сейчас по зеркалам буду. Так, вот тут я снесу, наверное, парочку дорожных знаков, чтобы... А, блин, они за этим, за отбойником. Нет, не снесу. И не зацепился за отбойник. Я просто жгу. Евротоннель или паром? Уж простите, коллеги, здесь ограничение 80, но я боюсь на новой точке здесь
Гонять на 80 это пипец, просто как страшно. Тем более это ЗИЛ. И днем он не такой страшный, кстати. Вот как, кстати, интересно, что на свету поворотники хуже выглядят, чем в темноте. В темноте отлично, а на свету какие-то глажи. И к тому же они рифленые, как бы там полосочки такие концентрические, круги должны быть внутри. А здесь чуть нет ничего такого. Чё-то слабоват он, походу. И массово на руле. Странно, давление должно быть. Хоть сколько-нибудь. Шатал. Ну, зато я сыр везу. Мне целая фура сыра. Надо сделать этот микрофон поближе, чтобы у меня был голос другой. Ладно. Хватит баловаться. Скорость сбавил. Потерял, блин. Конечно, страшновато, так фура тяжелее тягача. Но, в принципе, всегда так кинетический и это самый эффект кинетики. Я что-то не понял, он меня подрезал, что ли? Так, надо перелечку побольше поставить. О, вот это простор. Я к чему? Я к тому, что красота. Но зеркал не видно, конечно. Это, конечно, засада. Сейчас. Так, стояночные. А, это стояночные. Это так называется, да? Стояночные огни это называется. Подсветка приборов. Ее можно регулировать. Хорошо. И зеркала хотел настроить. А где они вообще? Я вообще их не вижу. Левого что-то. Я вообще не вижу зеркал. Ребята, где зеркало? Закрытие это самое. Поднажмем. Давай. О, блин, у него спидометр до 120 размечен. Это охренеть. Я больше 100 тут не разгонялся особо. 103 максимум этого, когда дурил просто. Амстердам. Мне нужно направо. Вот как теперь без зеркал это самое перестраиваться? Считаем до 3, да, как в баше написано, да? Считаем до 3. И перестраиваемся. Кстати, у меня там перебор со скоростью. Сильный такой перебор. С горочки. Меня интересует, где зеркало. Я не хочу здесь 60 заходить. Ой, блин, обороты закритические просто.
Везет он не сыр. Обгоняет. Как так? Как так? Почему так? Я не понимаю. Что происходит? Это же ЗИЛ. Кстати, если он едет в Амстердам, то по нему можно ориентироваться. Куда доехать? Я так понял, у меня уже максимальная передача. И превышение. А как тогда он едет? Это что, обгоняет меня? Ладно, ну его нафиг. Пусть катится. Не, ну елки-палки. Почему им можно нарушать, а мне нет? О, подрезают еще. О, вообще молодцы. Так, мне куда? Мне вроде прям. Сейчас поворот, поворот. Или нет? Наконец-то здесь ограничение 50 поставили, то хорошо. Тут как-то поспокойней. Прямо. А почему? Так, вот это не как-то. Опять 80. А вот сейчас хоть поворот? Вот сейчас, да. Вот в тени хорошо выглядит вот этот индикатор переключателя поворота. Предварительное торможение. Окончательное торможение. Тихо. Ручной тормоз. Блин, вот аутентичность нарушается этим ружьем. Зеркало одно есть, а второго нет. Ребятки, почему не видно зеркало? Это же кобздец, а? Так, меня там пропускают, у меня ручник просто. Ага, да пропускался. О, спасибо. Так,
понимаете, мне там немного сложно вот так вот вас не задеть случайно, вашу тонкую натуру. Не задел? Конечно, если бы задел, вы бы с меня сразу штраф сняли. Никому я не нужен. Что за чушь я несу? Правда мне нужен? Я, кажется, в Нидерландах. Интересно, продолжаем. Небо какое реалистичное, очень как фотография. Ничего себе там. Не поворачивать, значит, сам. Там что как со мной? Зеркало есть? Да, зеркало есть, но надо очень ухитриться повернуться, чтобы его увидеть. Ой, блин. О, кстати, интересно, смотрю на яркое. Глаза адаптируются. Потом смотрю сюда. Ай, блин, ни черта не видно, потом начинает привыкать. Да, блин, ярко, потом начинает. Это гениально. Погнали. Куда я? Не туда, не туда. Особо гнать не надо. 50 наберу. И нормально. Европорт, по-моему. Ну да, паром придется. Самое неприятное то, что сейчас придется на новой точке тащиться в Великобританию, а у них там все через жопу, точнее, слева направо, справа налево. Жесткач просто. Прибыл почти. Еще 30 фуру. Причем двухосная тачка-то. Сила-то двухосная. Сейчас, подожди. Карту посмотрю. Так, мне надо куда-то вот повернуть. И там резко направо, да? Так. Давай, проезжай, проезжай. Я тебя пропускаю. Терминал. Ага, примерно вижу, куда. Разобрались там? С ограничением 15. Блин, у меня мало того, что виртуальные глаза, реальные глаза, блядь, так эти еще и виртуальные делают имитацию. Да.
Так я вырублю освещение, потому что мне нафиг уже не нужно. Так, мы будем заезжать, значит, сам. Там люди. Эти. Люди ходят. Где ТС? Так, мне для начала нужно ответить на два вопроса. Первый. Что там происходит? Так, ну с меня понятно, прибыль в день 11 тысяч евро. То есть я по сути один буду кредит раздавать, да? Так. Этот все еще. Во-первых, он все еще отдыхает. Сливы же везешь. А этот товарищ 390 евро. Трактор везет, тоже отдыхает. Этот убыточен нафиг. Но этот еще ничего. Вот на этой точке я гоню. Так, гаражи. Прибыль гаража. 38%. 150. 150 должно возвращать. Ну. Да. Пока еще. Не очень. А, ну вот тут вот что-то прибавилось, кстати говоря, почему-то странно. Ну хорошо, значит не убыточно, то есть заказ не закончил, а уже доехал, соответственно, все нормально. Так, во-вторых, куда я еду? Ньюкасл upon Tyne. Так, здесь ручник. Глушим. Фары выключили. Нейтралку ставим. Так, и поехали. А тут особо некуда ехать, да, вот он. Да, тут только один вариант. Ну, и стоит это вот 1000 евриков заработал, да? Вот, пожалуйста, сейчас снимут. Паром. Чуть немного сняли. Странный, кстати, видок. Часы странные. Так, смотрим, что изменилось за это время. Так, пока ехали. Во-первых, время было где-то там 10, я не знаю, да? 1% повреждений? Чё это? Колеса? Так, ладно, значит... Только увеличилось количество бабусик-то, а? Еще 2000 километров, конечно, это не Freightliner. Вот, а, значит, так, посмотрим гаражи. Так, что у нас тут? Ну, тут уже лучше, да, уже оживает потихонечку. Хотя обслуживание автопарка, это пиздеть просто. Выплаты водителям, затраты на топливо. Ну, так, посмотрим людишек. Тут все понятно. Так, этот начинает окупаться. То есть есть какая-то прибыль. Развитие разностороннее. То есть ему можно указать, какое развитие ему. Я считаю дальние дистанции. То есть будет пусть прокачивать дальние дистанции. Этот чувак пусть прокачивает опасные грузы. Пусть что хотят, то и прокачивают. Я же не этот какой-нибудь там, да? Ну что хотят, то и качать. С другой стороны, это может быть не очень хорошо. Но вот этот товарищ, он, в принципе, прибыльный. Как я примерно когда начинал. А вот этот товарищ, он не очень прибыльный, да? Но он эковождение. Ну, вы чё? Я не знаю, я думаю, его на опять оборвает что-то самое с видеокарточкой там. Дальние качи. Так, а я? Ну, я понятно, я рейтинг выше, чем их. Хорошо.
пятого уровня, это первого. Почти второго. Хорошо. Время сколько? 3:18. То есть, по сути дела, где-то 2 часов 12 на пароме перли. Так, осталось 21 час, и через 10... О, но зато отдохнули, пока перли на пароме. Вот что хорошо, да? Так, посмотрим карту. Значит, прямо выезжаем, выезжаем прямо, да, и уже почти прибыли. Тут особо... Главное вот сейчас не перепутать, что по другой стороне нужно. Так, ключ. Значит, левый красный, это, скорее всего, аккумулятор. Правый тормозная жидкость. Погнали. Получается, второй рабочий день. Он как бы рабочий, да? А по этой причине я вот что сделаю. Я сейчас остановлю запись.